Только за последние несколько дней в областном центре пожарные уже выезжали 10 раз на тушение сухой растительности. Общая площадь ландшафтных пожаров во Владимире составила более 9,5 гектар. А всего в области огнем уже выжжена территория общей площадью более 48 гектар. Сотрудники МЧС говорят, причина большинства природных пожаров – неосторожное обращение с огнем. Такая халатность уже привела к порче имущества. Произошли 3 случая перехода огня с сухой травы на строение. С условием данной погоды и создающей угрозы распространения пожаров на территории муниципальных образований субъекта у нас вводится особый противопожарный режим. Что касается особого противопожарного режима, в рамках особого противопожарного режима вообще запрещается сжигание мусора либо сухой травянистой растительности, также и приготовление пищи с использованием открытого огня.